Привет всем из зимней Испании. В этот прохладный зимний день, я напомню, у нас середина зимы, ну, конец зимы уже, 18 февраля, ко мне приехала моя палатка. Я, честно говоря, видел, что она будет маленькая, я понимал, что она будет легкая, но когда я из пакета достал вот это, причем она здесь не в натяг, ничего, то есть вот если ее сжать, то это будет что-то вот вообще вот такого плана. Достал вот это, и потом к нему еще достал вот это под нее мат, именно он тонкий, его тоже можно сжать практически в ноль, он вообще ничего не весит. Я был поражен. Сейчас я буду ее устанавливать. Не так, как по традиции все это делают в квартире. Ну, в квартире у меня негде просто. Так бы я бы и в квартире бы поставил. Мы это с вами сделаем на вот этой вот прекрасном патио. Погодка такая. Можно, в принципе, палаточку собрать и поехать в магазин поесть апельсинов чуть-чуть. На солнышке тепло, как обычно. И собирать мы ее будем сейчас прямо здесь. Конечно же, она у нас будет фристендинг. О! Блин, тут тепло. Здесь можно босиком. Мне босиком здесь приятней. О, какая теплыня. Итак, значит, палатка это китайской фирмы Nature Hike. Это бренд, уже зарекомендовавший себя отлично. Палатка полностью силиконка. То есть это силиконовый нейлон 15DNE. И это ее футпринт. То есть то, что мы подкладываем под палатку на землю. Наверное, я даже не знаю, какой стороной, поскольку это первый мой опыт такой будет. Да, очень легкое все, вообще прямо совсем. Надеюсь, что оно не улетит. А, я могу пока полотенечко свое кинуть. О. И палатка сама. Значит, тут написано, что фурнитура Duraflex. Качественное такое все. Значит, здесь такая штучка, которая стягивает палатку, и сама палатка. Значит, душки, колышки нам пока не нужны, тент и внутренняя часть. О, запуталась. Так, ее можно выставить отдельно, каркас и тент, то есть это будет как такое просто тент, то есть отдельно от внутренней части, но мы сейчас ее соберем полностью. Так, это пока полежит, пускай здесь, и смотрим. Очень тонкий, очень легкий материал, прямо вот вообще невероятно. Ниточка, ну естественно, куда ж без ниточек. Очень легкое все, прямо вот совсем. Очень легкая, очень прикольная. Ага, каркас у нас весь на ниточках, то есть как-то его собрать не так нельзя. Он даже сам как что ли туда, он как засасывается сам прямо. То есть вот, все. Да, такой палатки, я вам скажу честно, у меня еще не было. То есть вот, я его усилий никаких не прикладываю. Вообще оно само. Просто само. И пока мы с вами тут, я вам пока рассказывал, оно уже само и собралось. Вот так вот. Значит, вход у нас будет здесь. Окей. Так.
теперь. О! Так, и сюда. Да, очень удобно вообще. Прямо вот. Да, веса у нее никакого нету. Все. И вот это вот ее фристендинг вид. Можно теперь ее спокойно взять, передвинуть прямо за хобот этот. Так, здесь у нас никакого усилия излишнего нету. Нету, все. И теперь мы... Ага. Здесь нужно было продевать через... Наверное, вот так. Окей. Не вопрос. Не вопрос. Блин, она вообще реально не весит ничего. Я прямо поражен, если честно. О. Тут все достается, все. Так. Все, есть. И теперь цепляем сам верх. Крючочки здесь вот такие. А, вот так вот. Раз. Да, друзья, такого качества палатки у Алексея Юрьевича еще не было никогда. То есть я всегда, обычно у меня самый дешман, вообще тяжелая, которая там... Невероятная. Так, вот сюда. Невероятно. Почему именно была куплена эта палатка? Потому что она фристендинг. То есть это для меня очень важно, чтобы я мог ее ставить вообще где попало. Ну вот, собственно говоря, и все. То есть вот уже, вот ее можно спокойно поднять, переставить, все. Блин, это что-то невероятное, слушайте. Ну и теперь самый главный тест. Самый главный, самый нужный тест. Ну да, есть, нормально. И тут вот у меня еще есть место, и тут есть место, потому что с моим ростом, да, ну ноги чуть-чуть я касаюсь, но если лечь вот так вот, в целом отлично, прекрасно. И сесть. Вообще. Вот. Еще по. Почему именно эта вот палатка? Потому что у нее ветрозащита идет аж вот до сюда. Вот. То есть, если будет сильный ветер, сетка вот эта, сетка, кстати, очень мелкая, никакой гнус тут не пролезет. Сетка вот эта, меня ветер продувать не будет. То есть, у нее отличная вентиляция на лето, но при этом, вот у нее здесь это все сетка, 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 сетка. Но при этом, если сильный ветер, то с боков я ее беру, ставлю к ветру боком, все, уже меня отсюда вот, меня уже не продует. И это круто. Сидеть по высоте вообще комфортно. Офигеть. Так, ну и давайте же накинем, посмотрим, допустим, вот ленивый вариант вообще у нас. Так, очень легкая, очень тонкая, вообще просто невероятная палатка. Ага, все, я понял как. Просто невероятная.
Вообще силиконочка легенькая. Так, пристегивается она. Здесь должны быть... А, нет, 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 вот они. Вот. То есть вообще очень легко, очень просто. Вот. Раз, тент. Два. И она будет стоять у нас фристендинг вообще. То есть прямо без оттяжки, без ничего вообще. Просто. И здесь три. Можно чуть-чуть и отпустить вот так вот. Так, что тут? Так. А, ну потому что здесь затянуто все. И у нее еще есть вот такого плана тамбур. О, вот так вот. Великолепно. Все со светоотражалками. Эти со светоотражалками. Везде удобные. Удобные везде молнии. Просто невероятные. Такими закрывашечками все. Тут тоже. А, это для второй сеточки. Невероятно. Просто невероятно. Оттяжки здесь, здесь, здесь даже две, чтобы точно ноги ни при каком раскладе мне не мочило. То есть вот оттяжка. Раз, два. И три. И здесь же у нас окошко вентиляции. Тут какая-то пластиковая такая вставочка, которую вот сюда можно притулить, и оно точно не будет закрываться. То есть вот. Да, с вентиляцией у этой палатки все отлично. Блин, ну я вам скажу честно, здесь тоже вот. То есть на любой ветер ее растянуть. Это что такое у нас? А, это соединяется вот тут вот, чтобы оттяжка была и вот. Да. То есть, да. Ну, продумано, ничего не скажешь, конечно. Здесь все прошито, все качественно, все видно, красиво. Блин, ну... Я вообще не думал, что она будет такая классная. И что я еще в ней и спокойно помещусь. И цвет у нее такой, ее как бы ее особо и не видно. Ну что же, потихонечку начинает прибывать мой ультралегкий экип для путешествий. И ставить ее достаточно быстро. На ветру, конечно, это может быть затруднено будет слегка. Но в целом, учитывая, что колышки есть, прибил мат, раз-два, то все собрал и все. Так, и обратный процесс. Допустим, мы ее собираем. Что мы снимаем ее за вот эти желтенькие, да? Ну, можно этот мат отдельно где-то хранить. Ну, неважно. В общем, как там уже по упаковочке.
В целом, друзья, двухместная палатка из силикон, из 15DNE, нейлон, силиконка, фристендинг, которую можно ставить и как с отдельным верхом, так и, ну, то есть без внутрянки. Можно ставить отдельно внутрянку на лето в тени, если, допустим, спать совсем жарко. Цена этой палатки именно вот в таком исполнении по акции 115 евро. Аналоги, которые весят больше и стоят в районе 300. Поэтому я, честно говоря, поражен и доволен. Ну и все, теперь мы будем смотреть, как она будет работать в походе, как она будет работать в реальных условиях. Ну, работать она должна отлично. В общем, вот такой отличный день. Сейчас я, наверное, прокачусь, немножечко поем апельсинчиков. Полотенца что-то не просохли. Это мои, я их снял, чтобы они мне тень на палатку не создавали. Да, я вам скажу, палатка, конечно, кардинально отличается от всего, что у меня было. Прямо вообще, то есть это действительно ультралайт походка, палатка для ультралайт походов. И она не стоит каких-то космических денег, как люди там, я смотрел, и у Йохана, и у Ляпоты. Там палатки по 300 евро, у Йохана он ездил с какой-то там палаточкой. Я смотрел, 270, что-то такое, 280, то есть, ну, цены просто страшные, вообще неподъемные. Здесь 115 евро, она весит вот вся в сборе, вот так вот, по-моему, кило 800. Вся с футпринтом, вот полностью, вот как она есть.